Фонд существует 3,5 года. В 2016 году инициативная группа решила объединиться на базе приюта Щербинка, и так возник фонд. Сейчас фонд курирует около 10 фондов и около 10 тысяч подопечных животных. Мы постоянно участвуем в различных мероприятиях, в том числе и проводим собственные выставки пристройства. К нам обращаются и частные волонтеры, и муниципальные фонды за помощью в пристройстве собак, в том числе и в наших группах ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, и наши подопечные собаки все время есть на сайте. У нас есть команда волонтеров, у каждого приюта тоже есть своя собственная команда волонтеров. Мы не приют, мы фонд, получается, что мы консолидируем помощь. Мы ведем постоянные сборы пожертвований, которые постоянно, естественно, идут под отчетность, под финансовую отчетность. Мы ведем сборы и на конкретные какие-то мероприятия, и просто постоянные сборы, в том числе постоянные пожертвования. И на какую-то конкретную собаку или кошку, если ей требуется экстренное лечение.